Я всех приветствую. Что ж, продолжим. Так, остановились, мы сюда приплыли. Короче, все сделали, типа назад надо по заданию бахать. Вот сюда куда-то, да? Ага. Но мы сначала вот эти два заданица бахнем и посмотрим. Тогда уже свалим отсюда, что мы по беспонту вот этот плыли, привезли его и все, давай назад. Что тут нас ожидает? Что ты здесь делаешь? Принеси, подай. О, Мисти! Здравствуй, Мисти! Делаю кое-что для моих друзей. Я тут весь день, но мне все еще нужна глина, чтобы на всех хватило. Очень мило с твоей стороны. Уверен, они это оценят. Да? Ты так думаешь? Да. Правда, я хочу подарить им кое-что еще. Ты очень щедрая. Что же ты хочешь им подарить? Какие-нибудь драгоценности. То есть драгоценности? Я так и сказала. Не думаю, что они тебе по карману. Точно. Вот я и хотела достать блестящих камешков в заброшенных шахтах и пару жемчужин из лагуны. Но я весь день тут вожусь с глиной, да и в заброшенные шахты идти страшно. Поможешь мне найти подарки для моих друзей? Они будут рады, и я буду рада. И для тебя какую-нибудь драгоценность сделаю. С удовольствием. Ну, давай. Я принесу, конечно, жемчужины и блестящие камешки. Да и драгоценность мне не помешает. Ура! Спасибо! Выглядишь страшно, а такой добрый. Где находятся заброшенные шахты? Они на лугу, к западу от храма. Постараюсь все найти. Угу. Что ж, увидимся. Мне все ясно. Увидимся позже. Я тут скоро закончу. Встретимся на утесе у лагуны. Я познакомлю тебя с друзьями. Спасибо тебе. Ну что? Бежим, да? А что такое? Тут сюда, то туда. Что это такое? Лагуна с жемчужинами. Лагуна. Это что, на дне океана? Сразу избавимся от нее, да? Что, она сразу лечится или что? Все. Лагуна, о которой говорила девочка. Лагуна Сека. Так, надо этого. Воздуха набрать, да? Шмалять туда. В черную дыру. Как я выход найду? Где сундук? Должно хватить. Где это я выплыву? Так.
Так-так. А, вот и шахты. Там я найду блестящие камешки. Блестящие камушки мы найдем. Драгоценности. Это шахты? Или что это? Это явно не шахты. А что тут? Это херотень. Заброшенные шахты с блестящими камешками. Угу. Где? Камушки где? Тут что-то блескануло или мне показалось? Это просто железо. Ого. А где камушки-то? Меткий стрелок. Мягкая кожа. Ого. Здесь что? Что блещет? Тут ничего, угол какой-то, все. Тупичок. Да и тут нет ничего. Что за ляпаш? Все? Вот это что тут есть? Так, какую сторону двигать? Ничего себе. Какие-то ценности. Мягкая кожа. Жемчужины и камешки у меня. Пора вернуться к девочке. Да. Задание такое, конечно. Себе. Кто тут еще? Не вижу никого. А? Все, теперь понял. Далее. В принципе, ничего сложного. Принеси, подай.
Сходи туда, достань то. Девочка и ее друзья. Быстро она сюда добралась. Угу. Мисти, ты как раз вовремя. Мои друзья наконец-то здесь. Но здесь нет никого, кроме нас с тобой. Что? Мисти, разве ты их не видишь? Вот же они. Видишь тот, что слева Тео, а справа Эрла. Да. Выглядят мило, но это же не настоящие друзья. О чем ты? Это мои друзья, я их сделала. Я это вижу, но... Мама сказала, мне нужны друзья, вот я и... Так друзей не заводят. Скажи матери. Не могу! Она умерла. Мама умерла. Mm-hmm. Она уплыла с пиратами. Сказала, что вернется с огромной кучей драхм. А когда она приплыла назад, ее туника была вся красная. И она велела мне беречь себя и завести друзей. Но друзей у меня не было. Как их завести, я не знала. Так что я долго думала и решила сделать их из глины. Я ошиблась? Да. Теперь мама расстроится. Я не хотела, не хотела. Нет, дитя. Все верно. Мама гордилась бы тобой. Друзья могут принимать разный облик. У меня вот есть орел, и он мне друг. Ух ты, правда? Здорово. Держи, подарки для твоих друзей. Почему бы тебе не нарядить их? Они будут рады. Спасибо, Мисти. Ты лучший. Я так и сделаю. Прости, дитя. Я не смог разбить твое сердце. Хотя и стоило. Все выполнено, да? Лагуна Сека. Так, что у нас остается? И остается вот какая-то... Лабудень. Стартуем. Проведаю ее позже. Кого ее? Что ее проведывать? Все, она занимается. Вот конь. Конь, ты мой конь или не мой? На! Бля, как же тяжело, блядь. Я лучше пешком, чем на этом коне. Он вообще, что попало, исполняет. Тут у нас помогаю. Увидимся на церемонии выбора. Особенно жду тебя. Наверняка он богат. Это Этий, наследник самой влиятельной семьи на Кеосе. Завтра на церемонии он выберет себе жену. И нам нужно благословение Эроса. Все это ради богатства. Нет! Мои чувства к Этию искренние. Твои чувства наверняка тем сильнее, чем больше у него денег. Нет! Я правда люблю его. А тебе не пора начинать молиться, а? Нет, я должна выделиться. Если я буду как все, меня не выберет ни Эрос, ни Этий. Надо что-то сделать. Что угодно. Что угодно? Все, что угодно. Эрос, умоляю, он оглох от трескотни этих женщин. Я ведьма и служу Гекате, богине тайн и колдовства. Знаешь, что тебе нужно? Зелье любви.
Угу. Что за чушь? Зелье любви — это миф. Я куплю его. Прошу, продай его. Не дай остальным услышать тебя. Я не ищу выгоды, я лишь несу слово Гекаты. Но каждое зелье любви неповторимо. Придется сделать одно. Только для тебя. И как только ты выпьешь его, ты засияешь чистой красотой непреодолимой силы. Эти сразу же влюбятся в тебя. Нам кое-что нужно. Бочонок лучшего вина и немного грибов. Ох, но как же мне достать все это так быстро? Уверена, Мисти. Конечно, сейчас Яндекс.Доставка. Прошу, Мисти, ты должен мне помочь. Ради любви. И денег, конечно. Отдам все, что есть. Если Эти выберет меня, дам еще больше. Ладно. Давай, давай. Я достану ингредиенты. Лучшее так. Вино. Мне нужны детали. Где найти его? Недавно корабль с грузом дорогого вина разбился. Его обломки в пиратской бухте на западном берегу острова. Может, найдешь там пару бочонков, если их еще не забрали пираты. Грибы. В каком лесу искать эти грибы? Нет, нет, они не в лесу. На склад недавно прибыл груз особенных грибов. Принеси мне немного. Что ж, я все добуду. Отлично. Встретимся в храме на вершине холма. Так. Ну что? Чё, куда бежать? Это здесь. А еще что? А, это здесь. Куда ближе? Да тут, в принципе, пофигу. Вон туда сбегаем тогда. Без разницы, тут одинаково, в принципе. Корабли чисто, это как эти. Что собрать? Древесина. Пиратская бухта. Обломки корабля. Надеюсь, пираты здесь еще не побывали. Надеюсь. Ну, не все ж так просто должно быть. Вот тут какая-то. Тут вот и место кораблекрушения. Больше вина нет. Пираты здесь хорошо поживились. И чё? Куда дальше? Найдите... А, ну всё, я типа вино взял. Больше не нужно. Кабан лежит. Кусок железа лежит. Собираю я. Правда, нахрена собираю, там и так вроде уже по косарю этого всего добра. Тот самый склад. Грибы должны быть где-то внутри. Угу. Склад. Теперь надо найти эти грибы. Грибы, грибочки. Да что такое? То вниз, то вверх, не пойму я. Вино.
грибы. Кажется, все. Пора встретиться с девушкой и ведьмой в храме. Угу. Да вы что? Вот все, о чем ты просила. Девчули. Спасибо, Мисти. А теперь мне нужно кое-что личное. Последний ингредиент. Я доведу это дело до конца. Что еще тебе нужно? Нет, нет. У девушки есть то, что мне нужно. Я отдам все, лишь бы быть с этим. Мне нужна прядь твоих красивых волос. Твоя роль сыграна, Мисти. Приходи на церемонию в дом Эти и увидишь плоды своих трудов. Его дом тот, что с видом на море. Ты должен прийти. Эти выберет меня, и ты получишь награду. Его любовь дорого стоила. Надеюсь, он богат. Идем, у нас много дел. Увидимся на церемонии, Мисти. Ну-ну. И куда мне теперь? Ага. И что мне делать? Ждать ночи. Давай, ночь, включайся. А? Ёд! Что, мне сюда, да? И что ж тут будет? Что? Мисти, убей эту змею! Я облысела из-за неё! Прости, любовь моя. Я только посмотрю, что нужно этим крестьянам. Ты сказала, нужна лишь прядь. Что это такое? Это все же ясно. Наивная дурочка становится жертвой своей соперницы. Змея! Эти выбрал ее, а не меня! На меня он даже не посмотрел. Как ты могла так поступить? Эти принадлежит мне. Только я искренне люблю его. Мы росли вместе. Это я всегда заботилась о нем. Думаешь, я позволю корыстной дурочке украсть любовь всей моей жизни? Эти не знает, что для него лучше. Он давно на нее посматривал. Ему нравилась ее внешность. Я все изменила. Ну и конченая. Что случилось с зельем? Она выпила его. Видишь, она сработала. Она добавила прядь моих волос в зелье. Я выпила его. Сперва ничего не почувствовала, но потом все мои волосы выпали. Колдовство! Да ты наложила заклятие! Заклятие? Ты шутишь? Если бы только заклятия существовали. Это алхимия. Немного знания местной ядовитой флоры и, возможно, все. Те грибы обычно вызывают сильную реакцию, но... Чтобы от них кто-то облысел, в худшем случае сыпь. Все вышло лучше, чем я предполагала. Мне обещали деньги. Заплати мне и все. Вся эта драма мне ни к чему. Вообще-то, это она наняла тебя, а не я.
смеется над нами. Убей ее! Ты заплатишь за это. Она проиграла. Платить тут не за что. Считаешь ее невинной овечкой? Она хотела прибегнуть к магии. Хватит лицемерия. Уходи и забери свою лысую подругу. Прошу, сделай что-нибудь. Так. Я перережу всю твою охрану и доберусь до тебя. Стража, взять его. Что ты сделал с моей женой? Ты заплатишь за это? Это слабоватая стража. Взорву тебя! Все? Прочь! Уходи! Ну, все. Вот такие вот задания-то. Непонятные. Ну, на этом тормознемся. Всем спасибо.